И что это мы тут все тут делаем? И что это мы тут сегодня собрались? Так, Санёчек, вчера ты за 4 лучше бы ты это не писал. Шепард, привет. Саня, ну все, ты как синелапы с буро-красно-малиновыми этими штанами. Спасибо, Санёчек, спасибо огромное за спонсорку. Три Амура и один, ну это не серьезно. Сегодня мы тогда будем тут рвать просто всех. Блин, ну планшет, давай, включайся. Славок, привет, Максим, привет, Климушка добренький. Хаюшки. Блин, да давай, ты раздупляйся уже, планшет, а? Ё-моё. Так, подождите, я вас практически пока не вижу. Да он на пару дней меня старше всего лишь. Но сам факт, сам предлагаю его шамарнуть, блин, и тогда ты будешь самый старший. Предлагаю избавиться от балласта, и тогда ты будешь самым старшим. Здорово я придумал. Так, что, продолжим нашу эту эпопею по розыгрышу имперки, да? Сегодня опять каждый это розыгрыш, чтоб я тут мозги себе не компенсировал. Будем разыгрывать имперку. Каждые 15 минут. Запустил я Шармандель. Сережка, привет, родной. Здравствуйте, здравствуйте. Серега, я, если честно, там реально я потом присмотрелся. Там действительно все, ого-го, бесплатно. А я даже не обратил внимания, блин, на стриме. Так, блин, планшет. Не тупи, а. Вот тормоз перестройки. Старый уже, зараза. Хера не вижу. Блин, да чтоб тебя, я... Ребят, я вас не вижу пока весь. Дмитрий, привет. Сегодня у нас прохладненько. Ну что, обещают вообще минус 7. Так, во, вот теперь я вас только увидел по-нормальному. Дмитрий, привет, привет, привет. Так, Сочи, нет пиццы с пивком, почему-то съел все это. Да ладно, я вообще-то обещал выложить в сообществе, если во время стрима не привезут. Ничего я не съел, у нас еще буквально половина еще осталось от вчерашнего. Я ж обещал, я выложу в том случае, если не успеют...
привезти во время стрима. Во время стрима привезли, я показал все три коробки, даже одну приоткрыл, показал. Что не надо, не надо, не надо. Все было по-честному. У меня еще половина осталась даже. Еще буквально это. Половина от трех пицц осталась. Зеркалка 30 килограмм. Круто. Вася, привет. Так, а Шармандель мы запустили? Запустили. И Вася чувствует, что надо ставить плюс, и Вася поставил. В 20 минут, ребят, разыграем. Сегодня, как обычно, будет это. Пока у нас есть Женина имперка, мы будем тратить Женину имперку. Женя сказал разыграть. Мы разыграем. 10 порций тут моих. 10 останется. Тогда это уже будет мое. 10, привет. А, да, сегодня же футбол. Ё-моё, 21:45. Да-да-да-да-да-да-да. Сегодня буду смотреть. Нам надо, чтобы это, французы выиграли у финнов, а мы, соответственно, должны выиграть у Боснии и Герцеговины. Даже не знаю. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Насколько это вообще все реально. Йоу-йоу-йоу! Ё-моё! Блин, Серёга, спасибо! Спасибо, да, ну я вчерашнюю убрал полоску, потому что вчера, блин, ё-моё, блин, там вообще был в шоке. Спасибо, родной, спасибо от души, Серёга. От души, родненький. Желаю победы на вашей сборной, спасибо. Привет, рыбакам, Винни-Пух, привет. Стреляешь прикормку рыбы по голове? Я убиваю ее, а потом просто подтягиваю, Вась. Серёга любит срывать в полоски. Спасибо, родной. Гарик Смирнов, здравствуйте. Так, ребят, как и вчера, в принципе, это мы продолжаем розыгрыш каждую шарманку бутылкой имперки. Гулять так гулять, а то скажете, Шепард все выжрал, все 100 с лишним бутылок в одно лицо. Не, 100 точнее сказать, 10 там было моих. И есть точнее сказать. Скажете, Шепард все сожрал, блин, сам. Я вас знаю. Так, надо найти где-то одно сообщение. Вот оно. От тотемщика. Принять его мясо. У меня не висело. Сегодня света должна быть пораньше. Поэтому не знаю, часов до 6, наверное, где-то. О, амур 33 килограмма. Так, а где ж наша рыба-то? Где ж наша рыба? Ну, как бы... Все сходится, да? 43, 44. Охренеть, кабанов тут таскают. Охренеть. Конечно, сожрал пиццу имперку. Это как это? Это мне шо, принести, показать, что у меня еще, блин, половина пиццы осталась. Лёг, что за народ такой? Ё-моё. Не сожрал. Света вчера покушала пиццу. Спасибо огромное, сказала. Была приятно удивлена. Приезжай домой, а тут три пиццы. Купила по акции опять-таки 4 бутылочки Стелла Артуа. То есть было все по красоте. Завтра отдыхать будем от рыбалки. Да, завтра, короче, этот. А что с 11 до 18? Нет. Там до 17. Что с 11? Вы ничего не путаете. Блин, что-то ВКонтакте опять что-то поменяли, блин. Кира, я тебя просил вот это топтаться по клавиатуре, твою мышь, блин.
Так, мне еще работать. Не дразни Стеллой. Это ж у нас пока акция идет, Серега. У нас по 6, на 10 гривен дешевле, чем обычно. Так она 26, а так 16. Разница есть, блин. Тут сейчас весь Марик пьет Стеллу. Ну и я ж не думаю, что это только в Мариуполе. В Запорожье, наверное. Саня, то же самое. У вас Стелла сейчас по акции. 16,50 это просто супер цена, блин. Для Стеллы Артуа. Глянь, медиазона вчера тут взял. Ща, подождите, я хочу найти, блин, это. Я хочу найти то, что хочу найти. Подождите. Блин. Почему не могу сообщество открыть ВКонтакте? А, вот здесь вот. Чё-то пива не хочется. Не, ну согласен, что. Зимой не так, как летом. А, не, приношу извинения. Да, с 11 МСК до 18. То я по-своему просто сразу перевел с 10 до 5. С 10 до 5, да, есть такое. Лида, здравствуйте. Ой, скоро Новый год уже. Да, да. Что там, троп, зеркалка? А что кашос? А, зеркалка, господи. Что мне чужих трофов смотреть? Мне свои надо. Медиазона 45 килограмм. Ну я поставил на третью удочку. Точно так. 24, 26. Только наоборот единственное. Да в личном смотри. С 11 до 18. А увидел я уже. Снежок. Нет, до снежка у нас еще дело не дошло. Ну, прохладненько. Прохладненько. Ночью обещают до минус 7. Да, надо сегодня действительно за футбик не забыть. Сегодня будет либо пан, либо снова повезло. По-другому не назовешь. По-другому игру нашей сборной тяжело назвать. Либо пан, либо снова повезло. Так, ребят, через 4 минуты первую бутылку перки разыграем. Снежок в пятницу? Знаю, у нас пока нет. У нас, как правило, завал на вахе. Снег лежит, у нас... Нет, ты ж не забывай, что у нас море. Поэтому у нас тут своя картина Рипина. Ну кто ж так долго теребонькает, а? Ну, клевать собираешься? Где на коре галюн клюет? Рядом с базой, чуть направо становишься, там... Там... Тростник в воде. Группа ВКонтакте, смотрим. Открываем карту Куори, и там должна быть точка. Рома, привет. Координаты я не помню. Рядом с базой направо, буквально там 2 метра. Евгений, добрый вечер. Привет, Жекыч. Так, Евгений, я не помню это. Там розыгрыш на конец месяца, как обычно это.
премы и голд-наживки. Сейчас тут Найбот будет писать сообщение с ссылкой на новое видео. Если вы еще это не сделали, значит, ждем-с, как обычно. Ну, не знаю, завтра они так прям написали весь день, они даже прем будут компенсировать. И впервые в жизни буквально. Я завтра как бы планирую, опять же, я завтра на Арбайтен, планирую вечером, как раз они там непонятно до скольки все равно собираются там техработы вести. Завтра вечером игрушку планирую одну запустить. Пиво к снегу? Не-не-та. Шо? Пиво, снег, это несочетаемо. Это леденючее пиво, это до свидания сразу, это горло. Не-не-не, плохое сочетание. Что-то как-то клёв, я бы не сказал прям. Зашибический. Ни разу глинтвейн не пробовал, надо замутить. Как это ни разу не пробовал? Да, ну обманываешь. Не верю. Что, даже вот там на всяких ярмарках, там, на всяких этих... Я дома... Не, дома как-то один раз я делал. Да, делал. Даже специально покупал корицу, блин, гвоздику. Делал. Хотел сказать, не делал, один раз делал. Че, ну такое. Вполне интересная тема. Тем более зимой так это приятненько. А так на улице, конечно, хорошо. Вот так, когда, знаете, зимой там новогодняя елка. Вот мы крайний раз со Светой, когда на елку ходили, мы взяли глинтвейн. На улице, да, так нормально идет в тему. Оно и греет, и чуть-чуть того, и, ну, с вином вполне. В морозец глинтвейн хорошее сочетание. Так, 20 минут, первая бутылка имперги. Чпок, всего там 6 человек было, ё-моё. Максим Гаврилин. Даже имперка уже никому не нужна. Охренеть, вот это вы закушались, блин. На улице все? Нет, не скажи, пиво не идет. Коньячок нормально в морозец, я считаю. Хорошо идет. Так, Макс здесь. Не, глинтвейн реально прикольно. Это ж горячее вино там со специями. Замечательно просто заходит. Так что, Санёчек, рекомендую. Ну, ладно, вино взять более-менее прилично. Не какое-нибудь там, лишь бы шо. Красное. Глинтвейн хорош, когда за окном минус 5, а ты такой в окно смотришь, думаешь, хорошо, что выходной. Не, я так и сказал, глинтвейн это чисто такой зимний напиток на расслабоне. Такой, по чуть-чуть его посмаковывая, как говорится. И зашибись. И зашибись. Так, следующую бутылку разыграем в 40 минут. 40 минут. Леймон, привет. Что-то как-то, блин, ё-моё, я бы не сказал, прям клёв.
выпустить, блин, скамейку запасных всю, блин, которых 100 лет не трогало, чтоб пацаны поиграли просто. Вы дурку гоните, ля ты. Мы дурку гоним, конечно, наша сборная, которая играет стабильно в ничью. Такую сборную надо еще поискать, блин. А он говорит, вы дурку гоните. Наши же умудряются все время в ничью играть. Почему французы не могут проиграть это финнам? Я вот не понимаю этого. Санек, привет. Закрепиться в основе. Понятно. А наши сегодня, прости, это... смогут с Боснией не в ничью сыграть? Ой, какие люди. Кефир 033 ТВ. Кто это? Так скоро подбети паучи апл. Боже, шо с правописанием? Кефира, походу, надо в школу опять отправить. Тезка, привет. Спасибо огромное. Максим, Франция победит 4-1. Украина победит Боснию 3-2. Вау. Вау, вау, ваши слова, да, блин, сборной Украине в уши, блин. Вот именно, я с Саней согласен, в принципе. Франции похрен на все, им... они уже на чемпионате мира, блин. Им чисто просто, блин, так вот. А финны же все равно не проходят, даже если выигрывают у французов. Или проходят. Мы поедем в Катар. Кирюха, только разве что, если ты лично нас с Саней туда отвезешь. Мы поедем. Насчет сборной я не уверен. Саня, ты слышишь? Кирюха нас с тобой везет в Катар, блин. Круто. Спасибо. Вот это приятная новость за сегодняшний вечер. Так, ну ты ж не троф. Вылезь. 21, собака ты бешеная, а не троф. Я всегда тебя смотрю в обед и кушаю, сейчас ужин и кушаю. Кефир, ты еще скажи, что ты потом жирный станешь, такой как кабан, блин. Все из-за того, что меня смотришь в обед и ужин. Саня, да я все правильно прочитал. Кирюха нас по-любому везет в Катар с тобой. Саша, привет. Плей-офф еще. Да похрену. Написано, ты читать умеешь. Короче, мы поедем в Катар. Все. Кирилл, скажешь, когда собирать вещи, блин? Так всегда, когда... Ой-ой-ой-ой-ой. О, черненький. Черненький, 40 тысяч пришло опыта. Пакуйся, уже, подожди, там чемпионат мира когда? Летом же будет, по-моему. Вот, Саня тоже уже потихонечку будет это планировать, что с собой в Катар. А что там в Катар нам, да, Санечек? Шорты, майка, блин, шлепки, блин, и это. Кирилл, а ты только поездку или бухло, проживание тоже на себя берешь? Или чисто билеты туда и обратно, в Катар. Катар это подождите, это рядом, это... По-моему, рядом с Арабскими Эмиратами, или где, подождите, что-то я же задумался, где находится Катар, куда нам ехать-то? Катар. Катар. Арабская страна, да, Персидский залив, во, все правильно. Все правильно. Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия. Да, во, рядом с Эмиратами, совершенно верно. Очки, очко-то. Очко, ну не очко, оно как бы всегда пригодится. Короче, Кирилл что-то молчит по поводу этого, проживания и питания, блин. И бухание самое главное.
Ребята, если шо, то в шарманке бутылка имперки. 4 человека только участвуют. Я сейчас отключу нахрен ее, блин. Мне как бы имперка, знаете, я могу и сам ее использовать. Почтальон, игровой канал, привет. Сейчас играют непредсказуемо. Казалось бы, лидеры машины непобедимы начинаются. То нища, то вообще прыгают. Ёпу! Мамочки, господи! Женя! А чё без это, без там это, победе сборной Украины там или ещё что-нибудь? Жека, а что просто тут так тихо, тихо, хоть в Ютубе напиши что-нибудь. Женечка, спасибо огромное. Спасибо, родненький. Только перепугал ты меня прям, я вот теперь не знаю, то ли на стриме идти это, менять это. Я сегодня памперс забыл одеть, ё-моё, что-то как-то совсем расслабился. Футбол не смотрю. А я сейчас смотрю, ребят, только лишь когда это... Когда вот такие какие-то знаменательные матчи. Так тоже. По сравнению с тем, как раньше смотрел, не смотрю, можно сказать. Без обид, конечно, есть... Ты из тех, кто себе сборная выиграла. Молодцы! Проиграла. Лошары! Так быть, народ. Я пойду. А то наговорю. О, Кирилл, господи. Я же говорю, последнее время что-то кого-то это... Толя пришел тут, наговорил... Кирилл говорит, пойду от греха подальше. Тоже мне тут уже практически наговорил. Пацаны, что вы хаваете? Чем вы питаетесь? Откуда это? Откуда что-то... Я замечаю какой-то негатив в людях. О, Михаил Юрьевич, он же горящее сердце. Чека кого? Шалом душевный. Чё? О боже, вот это завернул приветствие. Приветствую. А кстати, как лучше, Михаил Юрьевич называть или горящее сердце? А то я уже путаюсь. Как больше нравится? Пицца была вкусная. Ну почему была? Я уже говорил это. Ребята, из 3 пицц еще практически 1,5 пиццы целых. Но если в кучу все собрать... то еще половина буквально это. Я Свете на работу сегодня дал это 3 кусочка. И сейчас пришел, тут 2 кусочка скушал. И вчера мы по 2 кусочка скушали. И завтра еще будем кушать. Как душе угодно, мне не принципиально. Вообще, Денис, о, вот это лучше всего, Денис, честно. Если честно, то я лучше тогда буду Денис обращаться. Потому что, не, как бы, конечно, это... Михаил Юрьевич тоже неплохо звучит. Ну, горящее сердце вообще тяжело выговаривать. Пока вот эта надпись появляется сперва в уме на английском. Вот это Burning Heart или как там, Burning Heart. Потом перевод идет на русский, и потом ты еще это все выговариваешь. Денис, во, вот это самое нормальное. Все, приятно познакомиться, Денис. А то, что я же говорю... Сперва надпись, блин, Burning Heart. Потом, блин, мозг переводит, горящее сердце. Потом ты это все выговариваешь. Это целая проблема. Санечек, расслабься, Кирюха тебя вообще не хейтерил. Последнее время смотри только меня. Короче, я понял, мне надо сидеть на стриме молча. Потому что что-то, как только я открываю рот, меня все начинают хейтерить. Только каждый по-своему. Кирюха меня тут... Как бы кем ты меня в конечном итоге, дядька, назвал? Ну, как бы никем не назвал, но сказал, что, короче, я вообще, блин, капец полнейший. Половину тут это, алкаши меня сразу записывают, блин. Я ж, видимо, и сейчас сижу, видимо, только на КТ сделал. Стакан рубанул, блин, и стрим включил. Ахренотас, привет. Взаимно. Сегодня штурмуешь медвежье. И как? Стоит переходить? Покажи, что клюет. Ну, как тебе сказать? То, что прям вообще, блин, клёв, я бы не сказал, что бешеный. В чате трофы есть. Ну, просто на Интарке, когда мы крайний раз были, там явно уже тенденция к уменьшению клёва. Ребят, шарманки, бутылка имперки. Плюсик в чате Туба. Каждые 15 минут разыгрываем имперку. Поэтому, ну,
Я же сказал, я до нового, или по крайней мере до 45-го левела, я теперь только и буду тусить на карпах, на сазанах, там, я буду качать 45-й левел. Ловлю на то, что в рекордах. Поп-апы. Крем и медовая груша. Дикий мед. Дип, либо едкая груша. То, что в рекордах. В ВКшке есть это, Денис, пост. Там 4 подряд буквально об этой. Так, нормас, мужики, какие лыжи? Мне жена говорит, что ты себя на стриме смотришь. Похоже. Приятно. Жене привет большой. Спасибо, спасибо, приятно. Если сборная наш, так, это я читал, если сборная Украины будет играть как с болгарами, так обязательно будет победа. Я не смотрел, как с болгарами, единственное, прочитал, что там 45 ударов в площадь ворот Болгарии, и из них только один забитый. Ну то такое. И счет 1-1, да? Самая стабильная сборная — это наша сборная. Так, понял, посмотрю. Сколько? 40 минут. Через 4 минуты, ребят, очередную бутылку имперки разыграем. И опять только 6 человек участвуют. Я не понимаю. Неужели никому даже имперка не надо на халяву? Сколько сейчас бутылка стоит имперки? Если покупать поштучно. Для меня нонсенс какой-то. Что происходит? Интересно, если б Венгу сейчас бы разыгрывать, точно так же там из 25 это 6 человек бы участвовало. А не, уже больше. Ля, я тут прям это настоятельно уговорил. Свернуто окно было, извиняюсь, ребят. Извиняюсь, я смотрю, просто 6 окно свернуто было. Тогда ладно. Потому что думаю, ну ё-моё, ну шо уже не это, не ставь разыгрывать. Все не надо. Все не надо, у нас все есть. Мы сами люди богатые, можем позволить себе купить. Начинается. Так, Кирюх, я только про футбол говорю. Просто проще смотри на все. Мне тоже было, и я в мороз, и в дождь топил за Металлург. Металлург Запорожье, да? А уже походу и... А я не знаю, даже есть еще Металлург Запорожье? Валера, привет! Так-то я помню, да, такая команда как бы была. А сейчас есть еще, играют? Черненький. 35 тысяч... Елизаветочка, здравствуйте. Добрый вечер. Как вам вот такая вот музыка вообще? Спокойная, спокойная, спокойная. Или этот, рэпчик был веселее. А, они во второй лиге уже. Но наши, судя по тому, как это, Мариуполь идет уверенно... В самом конце турнирной таблицы, блин. По-моему, наши уже тоже практически уже... Там какая? Первая лига? Оп! Он! Спасибо за донат! Бабрае НХНЧ. У, Эдуард, дай бог тебе здоровечка. А, хорошо, что я не успел все-таки это труселя поменять после просто доната от Дениса. Главное, слова пишите хорошие. А пугать-то зачем? Ё-моё. Шо ж це таке, а? Шо, посидеть ещё в мокреньком? Или всё-таки уже можно идти менять, блин? Скелет, привет. Перфект, привет. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, роднулькины. От души. Сегодня я в очередной раз на рынке по нулям отсидел. Еще фиг знает, сколько туров в УПЛ, а Мариуполь уже в первой лиге. Ой, боже, Кирилл, и прости, родненький. Кирилл, прости, я думал, ты уже ушел. Если б я знал, что ты здесь,
Язык мой враг, блин. Пу-пу-пу по губам, блин. Кирилл, я просто думал, что ты ушел. Ты же сказал от греха подальше. Я бы ни за что в жизни это не сказал. Кирилл, ты этого не слышал. Я это не произносил. Я сейчас даже гляну это, турнирную таблицу на всякий случай. Сейчас, дядька, прости, я думал, что ты не здесь. Сори, нет, мне про все. Кирилл меня теперь точно проклянет просто. Капец мне. Я чувствую, наговорил я уже тут на статью, блин. На месть, блин, наговорил. 100%. Так, а где турнирную таблицу посмотреть? Так, календарь, вот таблица. Ну, Мариуполь, 16 место. Игр 14, выигрыши 2, ничьих 1 и 11 поражений. Дальше идет Минай, 7 поражений. Ну как, не, пацаны к успеху идут, господи, че я так-то? Пацанов все впереди. Очков 7, очечий, блин. У лидеров 35, 29, 28. Ну такое, в 5 раз меньше. Понемножечку, помаленечку, по котеечке, по зернышку, по семечку. Не меняй. Не меняй! Хорошо, что запахи не передаются, да? И, блин, звука плюхканья не слышно. Ну ладно, как скажете. Как скажете. Спасибо, родные, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за вашу поддержку и за ваше веселое настроение. Ребят, разыгрываем очередную бутылку имперки. Погнали. Николай 1С бухгалтерия. А, кстати, Николай, а чё вот в нике 1С? Это ж с бухгалтерией связано или мне так кажется? Я, кстати, вот хотел спросить уже давно этот вопрос. Почему 1С? Может, Коля бухгалтер? А ну мне скажите, пожалуйста. Что еще может 1С? У меня как бы сразу с этим ассоциируется. Николай! 1С! Вы выиграли бутылку имперки! Шеф, где последний список стоимости твоих песен через донат? Подожди, Эдуард. А списка нет, Найбот пишет. Найбот пишет. Там их всего 4 варианта, насколько я помню. Просто давно не обновлял. Надо, конечно, блин, это. Что-нибудь новенькое уже закалякать. Список их вот Найбот тут пишет. Ты можешь просто посидеть, подождать и... Просто, ну, реально, вот, блин, Саня Орлов мне наскидывал это. Там можно как бы уже это обновить. Но Шепа же ж ленивый же ж. Шо пипец же ж. Там, как такового, ты думаешь, там прям список, блин, 100 позиций? Нет, дружище, там такого нету. Камесь так вот 4, как бы, там, вот, ну, их Найбот тут все пишет периодически. Кипикс, привет, как клёв? Ну, на Интарге было повеселее. На Дубе, когда там раздача была. А так, трофы в чате есть. Трофы люди ловят. Так, бутылка имперги ушла. Запускаем дальше. А, ребят, ровно в 0-0 разыграем следующую бутылку имперги. Вот, дай список. Да, он у меня дышел, он до такого у меня не наученный. Он у меня, это, двоечник. Бот, лошара, двоечник, блин. Я ему говорил, учись. Нет, ни в какую.
О, неплохо. А, и так красиво нагнуло, и, блин. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Жень, ты... Подожди, что-то не пойму. Ты то 60, то 50, Жекыч. Тебе, блин, братка, если ты хочешь услышать какую-то песню, то, блин, ты что-то никак не можешь попасть. Песни там идут, дружище. Спасибо огромное, Жень. Давай я для тебя поставлю просто что-нибудь уже. Потому что что-то ты как-то то недолет, то перелет. Песни на 70, на 60 и на... На 90 и на 80. О, даже 4 песни. Жень, давай я для тебя поставлю. Что-то ты как-то... О, вот шикарную это. Любимая песня у Гугохи я сейчас для тебя специально поставлю. О, как-то уже некрасиво. Ну, Жень, я все равно для тебя сейчас поставлю. Вот, на 70 идет. Секундочку. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, и я говорю, что буду. Еще никто так, как русские, не глушил рыбу. Так, давайте я проще скажу, чтоб вы не мучились. 60 это тлеет, песня. 70 это вот... И вот вам здрасте, удачного стрима, брат, как оно? Чата, привет. Ванечка, привет! А я вот тебе даже не дам соврать, как говорится это. По тебе мы недавно вспоминали. Я говорю, что-то Ваня куда-то вообще потерялся, пропал. Мы живы, здоровы, потихонечку, как говорится. Слава богу, все. А ты где пропал-то? Всем привет. Привет, Вань, что случилось? А, так, секундочку. Я хотел дочитать это. Короче, 60 этот леет. 70 аквариум стаканы, что я сейчас ставил. 80 Нэнси, ты такая заводная, моя маленькая зая. И 90 это лед. Лед. Как-то там это. Ребят, спасибо огромное. Сегодня я прям это... В шоке, если честно. Вообще нежданчик. Валера, фамилия, привет. Вань, так что случилось? Ты где пропал? Ты прям реально куда-то это... Подзапропал. Я уже думаю, мало ли шо. Как говорится. Чудо, ты прям вообще потерялся. Спасибо огромное, Вань, спасибо. Я не пропал, работа есть работа, я играл, но по чутка, а на стримы твои не попадал по времени, но смотрел. Спасибо, родненький, приятно. Не, ну ты ж как-то хоть это, по вечерам хоть это, заходил там, хотя бы в пятницу. Тем более, сейчас еще и время у нас опять перевели на час назад. И теперь сейчас у нас это, если у меня сейчас без 5... то московская уже... Иди, пожалуйста, в мой кабинет. Это Катя, мой секретарь, референт. Молодая, красивая, с рекомендацией. Специалист высшей квалификации. А что вы пытались сказать ей на ушко? Она на работе и вам не подружка. Катюша, пожалуйста, выйди за дверь, а то у мужчины большие проблемы. Ты такая заводная, моя сладенькая зая. Только я один лишь знаю, что ты такая заводная. Ты такая заводная, моя сладенькая зая. Только я один лишь знаю, что ты такая заводная. А балканская какая или еврейская? Нема, еще не записали. Андрюшка Север, привет.
Йо, да шо ж сегодня творится, ребят? Песню поставь за 80. Блин, ребят, вы что сегодня делаете-то? Прекращайте, вы меня прям уже это... Засетесняли попросту. Ща поставлю, Эдуард. Да ты лучше в пятницу подтягивайся. Блин, за 500 я в прямом эфире пою по пятницам. Любую песню в пределах разумного. Эдуард, ты в курсе, что в пятницу движуха, когда целиком вся песня, блин, идет это... Блин, ребят, спасибо огромное, честно, аж как-то это вообще неожиданно. Неожиданно, но очень приятно. За 80, да, ставлю. Я в шоке вообще, нежданчик. Блин, так это ж только что было. Кабинет. Это Катя, мой секретарь Рефен. Молодая, красивая, с рекомендацией, специалист высшей квалификации. А что вы пытались сказать ей на ушко? Она на работе и вам не подружка. Катюша, пожалуйста, выйди за дверь, а то у мужчины большие проблемы. Ты такая заводная, моя сладенькая. Ладно, зая, да, сейчас еще что-нибудь, это что, только что звучало. Ты такая заводная, ты такая заводная, моя сладенькая зая. Только я один лишь знаю, то ты такая заводная. Так, если памперсы жмут за 90 спереди, еще неплохой вариант. Кончилось детство. 1300. Я за 90 еще тогда ставлю. Блин, да, действительно, Денис, я и забыл, что за 30-ку есть это вариант исполнения. Ой, что-то вы сегодня разгулялись. Что я хотел? За 90, да, поставить? И я, лед, лед, сутки напролет, лед, и я смотрю в окно, кто меня заберет, и я хочу тепло, знаешь, я холодный лед, лед, ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю, и ты таешь, лед, лед, сутки напролет, лед, лед, я смотрю в окно, кто меня заберет, я хочу тепло, знаешь, я холодный лед, ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю. Если жена неожиданно дарит вам галстук. Значит, новая норковая шубка ей уже разонравилась. Ты бра имбит. Я лед, лед, сутки напролет, лед. Я смотрю в окно, ладно. Кто меня заберет, и я хочу тепло. Знаешь, я холодный лед, лед. Ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю, и ты таешь, лед, лед, сутки напролет, лед, лед. Я смотрю в окно, кто меня заберет. Я хочу тепло. Знаешь, я холодный лед. Ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю. Воспитанный мужчина не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу, а Зазин креет. Ребятки, это, я читаю, сочиняй на 100, ставь на 100. Ребят, ну вы в курсе, что по пятницам у нас движуха. По пятницам не вопрос, там любая песня буквально практически можно услышать. И плюс еще это... За 500, как придумано не мной, это такса. Любую практически песню, которую вы хотите, я исполняю сам. Поэтому, Эдуард, вы написали, что это, типа, в пятницу работаю, дружище, ну... Не каждую ж пятницу. Вот донат, залетел к нам донат, самый клёвый донат, самый классный донат. Спасибо за донейшн. О, да. Ты ещё покрасней. Боже, блин, ну пипец, все, ну, ребят, харе, так я реально уже покраснел. Охренеть, что вы творите? Прекращайте. Давайте просто посидим это, потрандим, блин, да и все. Блин, капец, блин. Спасибо огромное, спасибо. Жесть какая-то. Жестяк. Ребят, так, через 6 минут это, бутылку имперки разыграем. Спасибо, спасибо еще раз. Огромное-преогромное спасибо. Фух. Кошмар. Кошмар, 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 кошмар. Песни класс, шеп лучший. Да не, надо обновить, конечно, этот плейлист. Он уже... Надо как-то мне это волшебного пендаля самому себе дать. Сесть и это...
понарезать эти новые, поменять песни, так сказать. Эти уже как бы практически все уже слышали, переслышали. Боб Кранов, привет, люди добрые. Ваня, так а у вас там сейчас шо идет? Уже ж... Вы ж еще, ну... Я думаю, убрать уже убрали все это. Сеять еще ж, наверное, рано. Чем вы сейчас занимаетесь? Или я что-то путаю? Ну, трофы тут херячат, конечно, смотрите, постоянно в чате есть. Так, ребят, 4 минуты разыграем. Короче, у нас пока есть еще имперка, которую передал Женя на розыгрыш. В честь его 50-го левела. То уже давно все посеяли и убрали. Сейчас ездим, ремонтом занимаемся. Времени теперь больше, может, хоть на стриме буду успевать. А, так это у тебя сейчас это. И шо, ну это ты уже как бы посвободней, да? И теперь это до какого времени? У тебя ж как бы зимой получается чуть ли не отпуск, я правильно? Это уже все, короче, ты уже как бы это... Пик прошел, да? Ты теперь уже как бы практически на отдыхе. До марта. Ну, блин. От души. Декабрь, январь, февраль. Ну, да. До марта. А он Медизон опять тут тусуется. Ему, видимо, вчера это мало было. Зеркалки. Это что, синюю, получается, поймал? Ну да, 45. Нормально. Повезло. Так, ребят, 2 минуты. 2 минуты и разыграем бутылку имперки. Очередную. Давайте строку донат добьем. Ребят, да там прекращайте, ну реально, в честь какого праздника? Сегодня просто вторник, просто ноябрь. Спасибо от души, ну блин, хватит меня в неловкое положение ставить. Ванёчек, спасибо тебе огромное за спонсорку. А, Ваня, ты ж помнишь, в конце каждого месяца это... Да, видео, совершенно верно. Где там, вот выше было, перейди по этому, по ссылочке, как всегда, комментарий, ник. В конце каждого месяца для спонсоров розыгрыш это. Месяца према и 3 по 100 голд наживочки. Спонсором, ребят, можно стать всего лишь от 49 гривен. Ребят, прекращайте вот это вот баловство, допьем полоску, зачем? Не надо ни хрена добивать. И так от души душевно, блин... Вы что творите? Вчера я в шоке был, сегодня в шоке. Вы хотите минус стример, что ли?
Что это за дела такие? Это не серьезно. Так не нуна. Кошмар просто. Жесть какая-то. Спасибо, спасибо еще раз огромное всем. Ну, как говорится, всему надо это, в меру. Так, ребят, 0-0, крутим шармандель. Спасибо, ребят, спасибо. Эдуард, давайте даже договоримся так, это, если у вас получится зайти в эту пятницу, ну просто зайти. Можете это смело уже это, какую-то песню сказать, что Шепард, а ну-ка пой, а ну-ка пой. Оксаночка, добрый вечер. Так, погнали, крутим, 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 мутим, баламутим. Это на вас, наверное, так вот эта музыка успокоительная, наверное, действует. Надо опять этот рэпчик вернуть. Андрей Фишерман. Андрей Фишерман, пишите игровой ник. Вы выиграли шеп, как погода. У нас сегодня... Ого! А это как такие перепады? Минус 24, плюс 3. Это где это так? Денис, спасибо огромное. Денис, красавчик. Спасибо, спасибо, спасибо. Денис, значит, еще раз. А, Мурская область. Ну, конечно, это другое дело. Не, ребят, у нас как бы похолодало, но ваши понятия минус 24, это не для нас, слава богу, потому что я мерзляк. У нас сегодня где-то минус 3, по-моему, утром было. Этой ночью обещают, возможно, до минус 7. А днем у нас, ну, час плюс 3. Час плюс 3, и, блин, если так чисто прогноз открыть, который, в принципе, сходится. Так, ник вижу, на рыбалку за трофеем. Сейчас, одну секунду. Одну, just in minutes. Вот завтра плюс 5 обещают днем. А суббота, воскресенье даже до плюс 9, ребят. Ну, у нас тут Африка будет. Африка просто. Амурская область, это далеко. У вас там прохладненько. Так, Денис, дружище, аналогично это. Выше там, впереди, там пишется вот Найбот. 30 ноября для спонсоров канала и т.д. и т.п. И там ссылочка, ребят, видео каждый месяц я обновляю. 30 ноября... Это будет вторник. А будет розыгрыш по вашим комментариям. Там в комментарии оставляете это, желательно положительное что-нибудь и свой игровой ник. И по этим комментариям, рандомайзерам, мы в конце месяца каждый раз разыгрываем. А, так, да он разводит. Санечек, ребята, выиграл крайний раз. Месяц према. Но отдал на розыгрыш для братвы. Поэтому не слушайте его, не верьте. До этого он ни разу не выигрывал, было дело. Но теперь даже он выиграл. Так, Ваня, как Светлана Юрьевна, не болеет? Ванечка, передам. Светлана Юрьевна уже даже два раза была на стриме, представляешь? Тут пока тебя не было, тут что творится. Светлана Юрьевна два раза уже на стриме присутствовала. Так, что-то ты ошибся, друг мой лихой, дорогой. На рыбалку за трофеем, блин, такой длинный ник, это, набирать как-то самому не хочется. Андрей Фишерман, ты точно все правильно написал? Так, сидел дома две недели, но уже вышел, опять хожу на рынок, дышу воздухом. Так, подождите, подождите. Где? На рыбалку за трофеем. Ты не в игре случайно, дружище? Ну, зачем такой длинный ник вот этот? Вот? Еще и с подчеркиванием. Я смотрел твои стримы не в онлайн. Вань, но я ж пятничные удаляю. Там, где вот это... Посиделки, песни, пляски там. Танцы на шесте и так далее. Боже, Эдуард, да что у вас сегодня, блин, ё-моё. От души вам спасибо, ребят. Капец просто. Какой-то сегодня... Непонятки какие-то сегодня. Спасибо, спасибо еще раз. Огромное, преогромное спасибо.
Ну, Эдуард, и аналогично, выше там, либо подождите, сейчас Найбот опять будет писать, там ссылка, это, 30 там, ноября, тыры-пыры, розыгрыш, и ссылочка на видосик. Видос этот открывается только лишь спонсором, и комментарии могут оставлять только спонсоры. В игре сообщение. Все, я уже вижу, родной, я уже тебе передаю. Блин, капец, я в шоке, что сегодня... Что вы творите-то? И зачем, спрашивается? Что творите и зачем? Непонятно. А, так, ребят, нажал дальше. В 20 минут, господа, разыграем очередную бутылку имперки. А клёв тут, честно говоря, по сравнению с янтаркой, ну, совсем не то пальто. Откровенно говоря. Всем добрый вечер. Каждые 15 минут разыгрываем бутылку интарки. Ой, имперки, интарки. Все, короче, я уже все, я ушел. Ушел в свои мысли, блин. Вы меня сегодня уже все, где-то, как его, не дезинформировали, а... Ну, короче, все. Отличный день. Это все из-за того, что я пришел. Братское сердце передаю. Спасибо, спасибо, Ванечка. Спасибо огромное. Тебе тоже, как бы, это, хорошего отдыха. Бо у тебя как с марта начинается, и буквально он заканчивается под Новый год. Так, ребят, сейчас Дмитрий. Здравствуйте. Как рыбалка? Ну, я только что говорил, я просто повторяю те же самые слова, которые говорил минуту назад. На янтарке лучше было. Здесь такое. Спасибо, спасибо. Вам тоже, ребята, от души. Дариус, привет. Привет, родненький. Добрый вечер. Так, Дариус, я видел, ты сделал все как положено. Не сразу после стрима, но позже. Я уже увидел, ты это в розыгрыше отписался. Я тебе, я буквально каждого за руку уже отвожу. Так, а на что мы тут ловим? У меня уже все вылетело из головы. На грушу. Йо, лед, лед, сутки напролет, лед, я смотрю в окно, кто меня заберет, и я хочу тепло. Знаешь, я холодный лед, лед, ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю, и ты таешь, лед, лед, сутки напролет, лед, лед, я смотрю в окно, кто меня заберет, я хочу тепло, знаешь, я холодный лед, ты в моих объятиях замерзаешь, но я таю. Спасибо за все благданчие. Блин, ребят, вы что меня хотите сегодня до этого, до контрадия довести, что ли? Платочек пора доставать, да? Блин, ребят, спасибо от души. Прекращайте. Бо я уже что-то это... Тобой. Тобой, блин, сейчас уже это... Разрыдаюсь тут нахрен. Не, на работу выхожу, но до обеда сейчас будем сидеть и домой. Главное, платят, а там разберемся. Красава, Олег. Так какой Олег красава, блин? Я сижу тут просто это... Ничего я не красава, блин. Просто я же говорю, когда вот такое происходит, мне аж неудобно. Вам спасибо огромное. Ну, блин, прекращайте, харе. Побаловались и будя. Еще Новый год впереди, еще, блин, ё-моё, блин. Главное, чтобы все были здоровы. И чтобы все было хорошо. Денис, а нельзя было написать просто в Ютубе это же самое? Что ты хотел, так это... такую мелодию, и случайно, как бы, ну, видишь, на тридцатку я не зря поставил. Объясню по поводу «Ты мой» по 5 рублей. По 5 рублей когда-то были донаты,
или от десятки были, но просто там находились люди, которые в донате писали всякую г, и мне пришлось просто повысить это минимальную сумму доната, чтобы не читать на стриме в озвучку маты там и всякое прочее дерьмо. Поэтому не потому, что я такая скотина, блин, что поставил там 30 без оповещения и 50 с оповещением, а потому, что меня вынудило какое-то существо это сделать. Где Серега Гогоха? Да, блин. Ну-ка, мечись, стаканы на стол, ну-ка, мечись, стаканы на стол, ну-ка, мечись, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, и я говорю, что буду. Неудобно спать на потолке, одеяло падает. Писец. Спасибо, 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 еще раз спасибо, Эдуард. Охренеть, блин. Так, Сереги что-то не видно, я сам уже переживаю, где он. Вроде татарина, душа плясать начинает под эту странно, я не зря, это когда татарин родился, еврей заплакал. А у нас на в Украине говорят, когда хохол родился. И цыган, и еврей заплакал. Ну, короче, в каждой стране это интерпретируют по-своему, я так понимаю. Прочитай правильно, как я спросил. Все, я понял, ты смотрел. Ты смотрел, Ваня, этот супер стрим вечерний в субботу. Где не Серега? Да. Блин, Вань. Ты понимаешь? Он, видимо, записывает видео про лошадку. Я так думаю, он... Он записывает видео про лошадку. Это тут долго рассказывать. Супер стрим. Ну, там Огугоху, там... Огугохович, по-моему. Или как его там правильно. Так, везде по-разному. Ну да, я же говорю, каждый под себя эту поговорку. Но достается цыганям и евреям, не в обиду будет сказано. Не в обиду будет абсолютно сказано. Потому что я не придерживаюсь там каких-то национальностей. Я считаю, что нет плохих наций, есть просто плохие люди в этих нациях. В каждой нации есть и хорошие, и плохие люди, поэтому... Поэтому как-то так. Не знаю, нету Сергея Олеговича. А подождите, он когда собирался на юга? Он в четверг, да? А сегодня только вторник, 16-е. ХЗ. Ха, стрим New Game. Ой, я В конце New Game я уже готов был сам все что угодно, блин, сделать, только отпустите меня от этой игры. 18-го, ну я не знаю, может чемоданы уже пакуют, блин. Хрен его. Алло! Ого-го-го! Ого-гохович, ого-гох! Ты здесь, ты нас слышишь или нет, блин? Как правило, если о нем вспоминаешь, то он как бы появляется. Маникюр... Да главное, чтоб не завивку там кое-где, нет, там не бацал, блин, мало ли. Может, он там в бикини поедет отдыхать, хрен его, как там в Ульяновске, как там сейчас модно. Может, он там нудистом стал параллельно, как попросил перестать его называть Сергеем. Так что, Оксанка, я, знаешь, стесняюсь даже думать о том, что он может делать перед поездкой. Это ж дело такое. Ваня, это был всего один стрим. Это тот самый... Сергей Олегович меня заставил стримить эту игру «Счастливый Happy Game».
И он есть там в этом, на канале. Так, маникюр, все, вроде бы ничего не пропустил, да? Вроде бы ничего. Привет, можешь карповый крючок один. 15-й левел. Не, ну понимаете, вот это называется... А не хочешь ли ты взрастить чайку? Вот, вот, ну да, уже черви и так далее. Теперь крючок. Дашь крючок, вы думаете, как бы на этом останавливается все? На этом только лишь начинается все. Ладно, вот у меня... Извиняюсь, есть тут это... На тебе, боже, шо, шо... На тебе, боже, шо вам не гоже, или как там поговорка? Я, по-моему, немножко неправильно говорю. Могу. Так. Не, на вам... Не, что-то... Блин, как правильно эта поговорка вот эта? Что-то как-то ее неправильно сказал, если честно. На тебе, боже, что мне не гоже. Или ну, что-то типа того. Ну, короче, ладно, принцип вы поняли, я надеюсь. Он карповый просил, а ты никого... Он написал просто большой. А, карповый. Ой, не, с карповыми у меня проблемы. А куда ему на 15-м левеле карповый? Господа. На тебе, боже, что нам не гоже. А, ну значит так, все, спасибо, Санануне. На вам, боже, что мне не гоже. Ну, короче, принцип, все, ладно, я понял. На тебе, боже, что нам не гоже. Все, понял я. Во, у меня склероз, я ж тут... Тут помню, там не помню. Карповые большие один у меня самого даже не хватает на это. Нет, не дам. Жлобяра я. Да, один стрим. Happy Game, Ваня. Только там реально надо это... Прежде чем это смотреть, надо что-то или... Чая грузинского покурить, блин, зеленого. Или, блин, самогона добротно хрякнуть. Потому что нормальный мозг человеческий, он плохо воспринимает эту игру. А учесть, что я ее стримил вообще не в кап. Я если бы знал, что там будет, мне бы надо было, конечно, хотя бы рюмки три накатить бы перед тем, как я... А я стримил ее абсолютно не в одном глазу. И в конце стрима я просто уже, у меня слезы на глазах, 11:30 ночи, если я не ошибаюсь, по-моему. Я сидел и думал, господи, когда же она уже закончится, когда меня уже... У меня глаза мои плакали, просто говорили, Шепард, мы не можем больше это видеть, блин. У меня, я отвечаю, у меня глаза уже, если вначале они еще полстрима там... реагировали там на информацию, мозг пытался что-то обработать, воспринять, блин. То в конце у меня просто глаза мне внутрь, в мозг сказали, мы не можем больше это видеть, мы отказываемся. Happy Game, Ваня. Я могу, кстати, ребят, кому интересно, о чем идет речь, я сейчас сделаю по-другому. Я ссылку сейчас это выложу на прямо на эту... Этот шедевр, блин. Ща, ребят, сейчас я сделаю по-другому. Ну, это хотя бы пару секунд стоит посмотреть. Это просто жесть, блин. Это, ну... А самое главное, найдите там, где зайцы. Найдите момент, где там про зайцев. Про шикарных, красивых кроликов, блин. Алекс, приветствую. Ща, вот я кидаю ссылку. Вот, ребята, это, ну... Это просто мозги нормального человека, это отказываются воспринимать, блин. Вот ссылка на это видео, на этот стрим. Рыбалка круглый год Пурует. А, так, ребят, минута и разыграем это, бутылку имперки очередную. Тормози, мотает, блин, йоу.
Шепард, братишка, я бой, ебой, да. Праведик, праведик. Шепард, ты ж в самом начале стрима еще буквально писал, здоровкался. Или ты потом куда-то убег? Хутко зныкнув. Мабуть. Так. На что мы тут луем? Господи, я все время забываю. Груша. Ого, ты отбежал. На час 20 считаешь, что отбежал. Так, наверное, поставлю. Не, вот эта спокойная музыка, она что-то как-то на меня утомляет она меня. Ставлю на все, наверное, все-таки рэпчик, как был. Повеселее звучит. О, это получше. Так, что там? 20 минут, да? Разыграть. Рома, привет. Серега Кузнецов. Серега Кузнецов, ждем-с. Пару раз был твоего племеша на стриме, это просто бомба. Он норм типок, это ты за кефира, что ли? Это... Так, ну надеюсь это, все ж понимают, что не родственник он мне, блин, ё-моё. Так, аутсет ник. А то еще это, точно, что кефира мне в родственнике припишите. Еще придется родню кормить, поить, блин, одевать, обувать. Так, это что, 15-й левел, что ли, Серега? А что ты такой маленький еще? Чё только 15-й левел? Сергей Кузнецов. 15-й, правильно? Кефир это просто пипец. Кефир это отдельная тема для разговора. Кефир это крендель еще тот. Серега Кузнецов, правильно? 15-й левел, вот это ж это ваш ник. Игра просто жизнь, игра... Я же говорю... А, только учусь, все правильно. Тогда смотрите, Сергей Кузнецов, каждому малышу до 15-го левела... Можете, любой, кто сейчас на стриме, до 15-го левела плюсануть мне просто в личку, ник Шепард. Внизу под стримом мой ник написан. Я даю это... 1000 чертей, 1000 теста яичного. И плюс еще то, что вы выиграли, само собой, бутылка имперки. Есть такое дело. Так, ребят, поехали дальше. Еще пару шарманочек, я думаю, мы успеем замутить. 40 минут, ребят, разыграем. Очередная бутылка имперки. Очередная бутылка. Спасибо, но я сам крафчу. Серега, ну это я безвозмездно, без всякого. Ты видел, сколько у меня там добра этого? А когда малыши, то тогда как бы все это пригодится. У меня чертей 453 тысячи, а яичного вообще 2,5 миллиона. Поэтому, ребят, что за гиря? Это Ром. Это на прошлый Новый год были мешки с подарками. И там иногда попадали гири. Кстати, эти гири пригодились. Один раз сделали турниры, в которых для участия нужно было в качестве взноса вложить это... взноса давать гирю. О, правильно. Я думаю, на этот год мы опять будем ловить мешочки с подарочками на этом, на Комаринке. На Сазанчика спасибо, мы вчера ходили. На Суре. Сегодня я на Сазанчика не хочу, но здесь что-то меня тоже не очень впечатляет, если честно. На Медвежке. Так, тут хоть 300 с лишним. Тут вообще сейчас непонятно, сколько человек сидит, потому что, я так понимаю, когда-то что-то накрутили, и больше, чем 300 человек просто не показывает.
То есть это максимальная цифра, которую можно увидеть. Я думаю, тут людей больше. Яичный миллионер. Хорошо, хоть не яйцовый. Хорошо, хоть не яйцовый. Хорошо, хоть просто яичный. А, кстати, Саня, мне это... Серега Желнин уточнил. Ты обратил внимание? Это я только один не заметил. Что... вот это, что он сделал картинку с синелапым. Там же ж ты читал по-английски, что написано? Что там написано? Каждую гавайскую пиццу... Или как? Возьми гавайскую пиццу и получи ого-го бесплатно. Ты обратил внимание, что там написано вообще? Да вчера тут рвань была, пока кто-то не пришел. Не понял. Я вчера тут не был. Не надо намекать, что я тут на медвежке был. Что значит рвань была? Не пойму. Не поняв я. А, вот я ж тоже вначале не обратил внимания. Я подумал, что Серега просто, ну как, нашел, вставил его, да и все. А там же даже в этом, даже в надписи есть смысл. Я тоже сразу не обратил. Если бы Серега Желнин мне не это не подсказал, я, блин, прожал еще более. Ребят, жалко, что... Но я могу только вот так вот на стриме показать, к сожалению, с Вайбера. У меня Вайбера на компьютере нет, потому что он грузит достаточно комп, блин. По крайней мере, старый грузил, это пипец. Я вот так только могу показать вот это произведение. Там, кто не видел, как выглядит ого-го, можете, можете увидеть. Так, блин, я стрим отстает, я не вижу, ой, насколько ж отстает. Видно вам хоть или нет? Я не его знает. Короче, о, ну было видно, в камеру было видно. В камеру было видно. И, короче, там надпись, ребят, это, купи гавайскую птицу, получи ого-го бесплатно. Так, а шо, клёв вообще сдулся. 32 рыбы за полтора часа. И сколько мы, 600 тысяч это опыта нафармили. Но по опыту ничего, это за счет амуров, конечно, идет. И плюс еще это. Три черныша, но правда назвать их крупными язык не поворачивается. Васёк, привет. Мне еще 17,5 лямов. Не, до Нового года добьем по-любому. Даже не знаю, где дальше будем тусить. Ну как-то медвежка меня не очень впечатляет. Я имею в виду не сегодня, а дальше. Стрим еще где-то полчасика. И тетя Света должна уже прийти. На 44 вообще кто-то тусуется сейчас. 26 человек что-то тут пытаются. 8. Саня, вот эта дорога с 40-го по 41-й, это вообще, это жесть, блин. Гёза, добрый вечер. Ребят, кто только подтянулся, мы продолжаем розыгрыш. Водки имперка от Жени за его 50-й левел. То есть пока вот, пока месть она у меня есть, на стриме так и будем разыгрывать имперку. Она у меня пока есть. Пока еще 74 бутылки, но из них 10 мои. 10 останется, это он лично для меня. Поэтому пока разыгрываем. Для участия, как обычно, плюсик в чат Ютуба. Пилюсик в час и в чат Ютуба, и будет вам сыть части. Максимальный левел в игре 50-й.
насколько я слышал, 80-й. Это исходя из того, что турнир можно создать и там указать левел. Вот когда состязание ты создаешь, вот смотрите, уровень игрока до 80. А, о, 8, ой, ну это бред какой-то. А, до 90-го, смотрите. Проклацывается до 90-го. Но люди рассказывают, там на 50-х уже там по 150 миллионов, чипа сколько, блин. Чипа 250. То есть это правнуки только закончат эту игру. В этом плане. О, неужели я что-то наныл? Поэтому, судя по всему, 90-й. Ну там, наверное, 900 миллионов. Или 90 миллиардов. Там, наверное... Ой-ой, неужели еще и черненький? Йоу. Ну, не троф, конечно, но все равно приятно. 40 тысяч. Закрыл за неделю на аккаунт спиннингистов Форель на Тунгуске, Харри, Обинок. Ого. На Кури, Волхове, Окуня, на Комаре, Ротана. Ничего себе. Ну вы, батенька, прям, я смотрю, оторвались в игре по полной просто. Полнее не придумать. Сам в шоке. Нехило. Нормально. Так, 56 и... Так, у меня в начале стрима было 56,9. 50... Не, ну, в принципе, по опыту я нормально, как бы. Не жалею, что я сюда пришел. По опыту я нормально. Хорошо просил. Наверное, по всем церквям прошелся. Прежде чем в игру вернуться. Завтра уху буду варить, блин. 1000 лет уху не делал. А тут это, Светка принесла пеленгасиков таких маленьких, знаете, молочных. И, короче, завтра ушицу залобаю на вечер. Честно, давно уху что-то не варил. Как-то раньше более чаще, часто довольно-таки была уха. А это что-то я забыл, даже когда крайний раз варил. Вчера в чате игры каждую минуту плюс за трофы, а многих вообще пропускали. Не, ну сегодня идут тоже трофы, но редко. Ну, короче, как Шепард приходит, так все заканчивается. Это уже однозначно. Рыбачок, привет. Купил свою первую наргу. Надо бы имперкой обмыть. Вась, так ты ж, по-моему, выигрывал. Это здесь, Вань. Здесь такая раздача была. Он, Саня, вчера... Три амура, трофа и чешую, да, правильно? Рыбачок, даже если она у меня есть, то что? Я разыгрываю по бутылке имперки каждую минуту. Каждые 15 минут. Бальсы я не раздаю. Хочешь участвовать, выиграть бутылку имперки, ставь плюсик в чат Ютуба. А, ну вот именно, не зря ты мне... А, все, тогда все, Вань на медвежке, где Олег? Да, тут еще была раздача. Ну, короче, я только вот, только на Интарке вот 2 дня попал на раздачу. И когда мы, когда мы... В воскресенье, да, мы были на Интарке, и уже там клев спадал. И уже тогда люди писали на медвежке раздача. А приз в розыгрыше, а как приз? Нет, рыбачок, родной. Я разыгрываю то, что я разыгрываю. И при том у меня, по-моему, 75-я, только разве что моя осталась. У меня их, по-моему, уже у самого нету попросту. Тут нету. У меня уже и моей, наверное, нету. А, моя еще есть. Дмитрий, Серёга тоже нам чешую черного. Дмитрий, ты говоришь, норм. Да черного люди мечтают, да, блин, закрыть.
Тут я знаю таких людей, которые стоят уже на этом черном, то на острое, то здесь. И никак закрыть не могут. Я черного своего давно поймал. Плохо, что тут даты не пишутся, да, когда была поймана рыба в реале. У меня черненький закрыт на медвежке, но это было очень давно. И я, по-моему, как вот этого поймал, я, по-моему, больше его не ловил. Не попадался, как говорится. Черненький, мне повезло. А ты говоришь, тоже норм. Черного трофа, блин, это не норм, это... Это вах-вах-вах. У меня еще ПВА стик не прокачан на доночном аккаунте. А без него стоял и на интарке, и тучера был нифига. Не, Вань, да, ну, блин, ПВАшка, особенно на интарке. Да и здесь сейчас. И здесь она роляет. Поэтому ПВАшку, конечно, надо качать. Коробка скоростей, привет. ПВАшки надо качать, ребят. И вы ж не забывайте, мало того, что их это... Где оно тут, господи, в доночной ловле прокачать. Еще ж не забывайте, чтобы вы могли делать, надо еще и здесь прокачать ПВА. Саня, это совпадение, видимо. Это случайность. Бля, тут сейчас тебя послушают люди и вообще это... ПВА качать не будут. Дёрн 2 часа на синьку Обамы. Красава. Розыгрыш через 4 минуты. Через 3 даже уже. Через 3 минуты. 3 минуты, 3 минуты. Это много или мало? Так, где-то что-то сидит, да, походу? Карась уже какой-то где-то. Ого, хороший карась. Игорёк, привет, добрый вечер. Синий буф на что поймал? Это было уже давно, я сейчас покажу. Видосик даже есть отдельный на канале. Как я его ловил. Честно, я вообще не ожидал. Я его вытаскивал, он даже не особо сопротивлялся. На что поймал, сейчас откроем, глянем. Но он для меня был неожиданностью. И притом до этого у меня даже трофей не был закрыт вообще. Сколько ни пытался я буфало ловить, блин. Ни разу мне троф не попадался. А тут вот сразу вот так. О, вот это уже ничего, так 21 килограмм. Ля, вышел вообще спокойно. И сидел, я его даже не чувствовал на этом. На удочке. Вот такая херня, блин. А, у меня тут что, ни дипа нет, ни хрена? Красава. You gon' see me on the TV. My ex bitch ain't believe me. And let me see you posted on the ground with a new nigga. It's gon' be free me. Your family fucking with my CD. You gon' be pissed, best believe me. And shout out my gang. Бафик синий, тунец и крапы миди. Нах, тебе его поймал. Прикольно было. Да, я его когда тащил, я вообще его не чувствовал. Я, блин, в шоке был, когда увидел. Он как бы вообще особо не сопротивлялся. Космос, привет, дружище. Добрый вечер. Ребят, минута и разыграем бутылку имперки. Для участия, как обычно, плюсик в чат Ютуба. Да не за что.
Ни за что. Сорок минут, погнали, разыграть. Петя Костюньков, Петр Костюньков, пишите игровой ник. Вы выиграли бутылку. Пузырек. Вау. Пузырьку мы отправим пузырек. Вань, да считай это рандом полный. При мне Олег синего бафа взял на следующий день лад, а я 3 дня простоял, даже трофа не взял. Конечно же рандом, ну а как еще? Так, Петя, извиняюсь за шутку. Надеюсь, это у вас юмор. С юмором все нормально. Я не смог удержаться и не сказать пузырек выиграл пузырек. Шепард был в полушаге. Так, 33-й левел, есть такой. Бутылка имперки. Пожалуйста. Так, ребятки, роднулькины, красотулькины. Запустил я еще. Давайте в Zero разыграем. И, наверное, на этом будем подзаканчивать. Так, завтра у нас это... Вы же все в курсе, что то в рыбалке там где-то... Как он... Короче, большие, громадные работы. С 11 МСК до 18 МСК. То есть завтра... Завтра я планирую запустить это не рыбалочку, когда приду с работы, а одну игрулинку. Посмотрим, что как. А потом четверг и пятница я походу дома. Там уже будем посмотреть. В пятницу, как обычно, что у нас это в 19 по Киеву, в 20 по Москве, наши пятничные этот турик на голд наживки. Посиделки, танцы, пляски и так далее. Все как всегда. И потом субботу и воскресенье я арбайтен. Значит, в воскресенье точно стрима не будет никакого. В субботу, если что, это вечерком, наверное, что-нибудь постримим. Завтра синька? А что завтра, Вань? А, ты имеешь в виду рыбалка завтра весь день не будет, так что заняться будет нечем. У них этот, как его, кал-центр, да, как правильно, кал-центр, я ж не путаю, блин. Правильно сказал? Там что-то какие-то работы, и они там конкретно, что они даже прем будут компенсировать. Это не бывало просто. Это просто не бывало, что происходит. Я прочитал, что будет компенсация премов. Был приятно удивлен. Такого никогда раньше в жизни не было. Подходит сын к отцу и спрашивает: пап, что такое черный отец? Отвечает: поди пиздрук и скажи, дай 5. Сын говорит: пап, ну у меня же... Ох, ну концовка прям вообще. А, колл-центр, извиняюсь. А, тут даже не так написано, дядька, Кирилл. Дата-центр, не кол, не кал, а дата-центр. Псинька после годового рабочего дня надо пить. Не, Вань, да я ж вообще не спорю, дружище, ты чего?
ты должен отдыхать сейчас по полной программе. Блин, от души. Просто рад. И абсолютно только за, только поддерживаю. Указанный период доступ к игровым серверам RR4, работа сайта и форума будут ограничены. С 11 МСК до 18 МСК. Для игроков, которые имели действующий премиум на одну из дат, 11 ноября или 17. А что у нас было 11? А что у нас? А, 11, когда глюки были, когда... Я все, я понял. Когда у них там что-то, они делали патчноут, а потом игра не работала еще до вечера. Все. Будет выполнена компенсация в размере 2 дней према. То есть мне как бы должны компенсировать 2 дня према. Такая фигня, будем ждать. Будем ждать, надеяться и верить. Что он опять, Амур белый? Не, ну трофы проскакивают в чате. Трофы есть в чате. Пока мы тут сидим за 2 часа, даже меньше, но трофов 10, наверное, точно было. Что там, Кирилл, вас с 15 числа еще на обучение не выводят случайно? Фу, с 15-го гоню, с 19-го, ё-моё. Я уже, блин, совсем запутался во всем. А, даже не с 19-го, а с 22-го. Что там, не слышно ничего? Так, мне 2 аккаунта по месяцу према, что мне должны? На каждый из аккаунтов это, по 2 дня компенсировать. Ну, если ты их, если они у тебя были на 11 ноября и на завтра. По 2 дня према должны компенсировать. Вот я даже хочу заметить, у меня 16 дней, значит, ну, грубо говоря, должно быть 18. Завтра, когда они закончат свои работы. Рыб. На этом. На янтарке я делал почти под 80 за 2 часа. О, майор, господи. А ты где пропадал-то? Блин, да я сейчас запишу даже. Вот и я тоже для себя как бы. Вот я себе тоже вот сейчас черкану. 16 дней у меня типа оставалось. По идее, должно добавиться. Алексей, всем привет, спасибо. Вам также. Так, ребят, в 0-0 разыграем крайнюю шармановочку. Бутылка имперки очередная. Кстати, никто так и не сказал, сколько сейчас стоит имперка, а то я уже забыл, бутылка. Тут магазина не... А, тут спиртное есть, но тут же цены бешеные. У меня 39, Сань. 39. Работа загрызла, даже в игру редко закажу. После обновы вообще расстроен, теперь бубен только за золото мне достанется. Но у меня они позаканчивались, то что я их разыгрывал постоянно. А теперь у меня, ну вот, чуть-чуть. Кстати, можно будет под Новый год под Новый год, действительно, да, их, они теперь только за голду получаются. Можно будет под Новый год разыграть их. Так, не туда я пришел. Вот сюда я хотел. А тут ее, наверное, и... А тут ее и нету, блин.
Походьте ж. Мой от тебя подарок, помнишь, вот его игра за Ивен забрала. Понял. Так, а стоп. Ящик продается сейчас только за голду. А здесь, видимо, просто это. Имперка ж продается ж по бутылочно за серу, как раньше. Это они, наверное, имели в виду ящик этой калы и ящик это тунгусский, только за голду, да? Поштучно ж любое бухло так и осталось, как было. Правильно ж? На медвежке кафе только с премы есть или как? Я не смотрел просто. Кафе нету, Ваня, вообще на медвежке. Это миф. Ну помню, майор. Помню, я же только сегодня буквально об этом говорил, что был ивент, где пригодились эти гири. Подожди, Дмитрий говорит, что похрену, что теперь вся имперка идет за голду? Да оно не может быть. Они ж писали я в ящиках. В ящиках бухло теперь только за голду. Поштучно она должна и так продаваться. Вот у меня и бубен тю-тю игра забрала. Майор, бывает. А там один ивент и был на бубен. А после обновы разве не появилось? Кто? Вань, кафе на медвежке? Ты чё, нету тут ни... Нету никакого кафе, и я не знаю, вряд ли они его тут когда-нибудь сделают. А, вы это имеете в виду, вот эту байку, подождите. Да ну блин, это баг был. Это все, я понял, о чем вы. Да, медвежка прописана кафе, типа, ребят, это блин, баг. Вы чего? А они разве его не исправили? Да, это с другой локации, можно посмотреть это. Заявки в кафе на другой локации, это только с премом. Но все равно нет никакого кафе на медвежке, вы че? Ну пойдите сдайте тогда тут рыбу в кафе. Это баг, его они по идее должны были убрать. Майор бомжи, это бубны теперь на вес золота. Не побоюсь этого слова. Нету на медвежке никакого кафе. Вы чё? Прекращайте. Сказки верить. Скоты. Это баг, да. Я просто давно... Да, сейчас же это. У кого прем, он может это зайти в кафе, и там будет высвечиваться еще сразу заказы в кафе на других локациях можно смотреть. Ну, это как бы удобно. Кафе на медвежке очень надо. Мне кажется, они раз его изначально... Если это единственная локация, где нет кафе, то значит тут и не будет. С учетом ассортимента рыбы, тут оно, я думаю, и не будет его. Тут же ж не только кафе, и магазина ж нет рыболовного. Тут же ж весь прикол в том, что это... Бойлы кончились, едь. Так на Кори и было кафе, Вань.
На Куоре оно и было. Почти везде есть кафе. Везде, кроме медвежки. Блин, не туда нажимаю. Комаринка есть, Вьюнок есть, Острог есть, Белая есть, Куори есть, Волховс, Донец, Сура, Ладога. Да везде есть. Даже на Яме в палатке есть кафе. Кроме медвежки. Что-то видела, как у вас в стране с короной. Так же, как и у вас. Так же херячит по полной программе. Херячит, как говорится, как не в себя. Чему Сергей нет, он везет вагончик. Да. Не знаю, что-то подозрительно. Я даже зайду сейчас в Вайбер гляну, когда он там был. Что-то его прям не видно. Мы ж аж за него переживаем. Был сегодня в сети в 11:28. Был в Вайбере, по крайней мере. Оксаночка готовься, говорю, на ногтях вон. Ай, на блин. Спасибо за донат! Ой, Рома! Ой, Рома, Рома! Ром, меня сегодня уже столько раз тут пугали, что, блин, я уже просто, это, капец, я только булки расслабил, блин. Ром, я только расслабился, блин, тут сегодня меня уже пугали. Тут. Дядька, добрый вечер. Ребят, вот вам ссылочка на канал Ромы. Кто не знаком, рекомендую познакомиться. И тут ему буквально 9 человек не хватает до 400 подписчиков. Вот канал дяди Ромы. Подписывайтесь. Спасибо, Ром, спасибо огромное. Ты не понял, Пак, подождите, я что-то пропустил. Готовиться. Ты не понял, с приемом смотришь вскоре любую локацию, то есть в кафе на любой локации, плюс медвежка. Я понял, о чем речь, Вань, то я сперва не понял. Это глюк, это баг, это не существует этого. Конечно же нет, я же говорю, это глюк. В смысле, у меня там уже 700, стоп. Вообще-то я только что заходил на твой канал. Что значит в смысле? Не понял. Ну вот у тебя. А, это просмотры, господи. Я глянул видео, которое открыл про... Спасибо за донат! Не расслабляйся. Извиняюсь, Рома. Да, 703. Я это, видео какое открылось. Так, стоп. Так это я ссылку на видео, получается, кинул. Ё-моё. Что-то я совсем гоню. Это я ссылку на видео, получается, кинул. Или на канал, что-то я уже совсем запутался, что-то я сегодня уже плохо воспринимаю информейшн. Это уже не так стрёмно, я подписал на Ромку, когда ты не стримишь, я на него закажу. Он тихон, а в тихом омуте эти русалки водятся. Классик, добрый вечер.
Классик, ставь плюсик быстрее. Ты прям на самый конец стрима сегодня уже пришел. Он тихоня. Дядя Рома, говорят, вы тихоня. Вот ссылка на канал. А то, видимо, я на видео кидал. А зачем? Как это зачем? Бутылку имперки хочешь выиграть? Бутылку имперки хочешь выиграть или не хочешь выиграть? Спасибо, Рома, спасибо. Вот тем более он скоро собирается запускаться. Так, ну что, типа 800 тысяч поднял опыта. Нормально. У нас уже почти 58 лямов. Там мне остается еще 17. Спасибо, спасибо, Ром, спасибо огромное. Давай, Рожер, сейчас, господи. Вам что, так не терпится, чтоб я ж сказал, сейчас будет розыгрыш и все, и будем завязывать. Я ж сегодня с Арбайтен, там трохи подмерзяйтен. Как бы на улице не лето. Идем, продаем рыбу и крутим крайнюю шарманку. Я неудачник, я тебя умоляю. Даже Саня Орлов выиграл в розыгрыше спонсоров. А ты говоришь, неудачник. Даже Саня... Ох ты, твою мать, я аж испугался. Это что это за цеп такой? Прикольно. Я тут никогда в жизни не цеплялся. Так можно было, блин? Охренеть. Никогда тут не цеплялся, вот клянусь, блин. Что творится в этой игре? Ну это пипец, это уже проще. Проще, когда выйдем, потом зайдем и будет все нормально. Да, ребят, сегодня же это футбол, напоминаю. Сам сегодня буду смотреть, правда еще аж 4 часа до него практически. О, ну черненький, еще 40 тысяч, хорошо. Пригодится. Перезаход. Вань, я ж уже все, буду заканчивать. Какой перезаход? Идем, продаем рыбу. Разыгрываем еще бутылку имперки. Сейчас уже он, тетя Света, должна буквально на подходе быть. Кто играет? Сегодня сборная Украины, Босния и Герцеговина. И решающий матч, от которого зависит... ну как... От матча прежде всего зависит выход наш в плей-оффы. И еще от того, как сыграет Финляндия с Францией. Ну, как бы как-то так. Тем более играют на выезде. Сборная Украины, которая всегда играет в ничью. Всегда. 1-1. Значит, надо так уметь. Так, что у нас? 155, Амуры. Черныши, 153. 300 уже... И тут, везде 155, интересно. И тут 106. Всего две чешуи поймал, я даже не обращал внимания, если честно. И вся рыба 600 серый, 597, 96. Готовься к стадиону, переодевайся. Так, ну что, 600, как бы, я считаю, это нормально, без трофов, за 2 часа. Притом мы ничего такого выдающегося не ловили. Я считаю, нормально. Вроде как. Так, ребят, давайте крутим крайнюю шарманде. А бутылка имперги. Разыграть. Кстати, Вася сегодня не выигрывал. И не выиграет уже. Кипикс. Кипикс. Первый раз, по-моему, этот ник выигрывает. Кипикс. Что-то я такого не припомню. Кипикс. Пикс. Пишите игровой ник. Если вы еще с нами, если вы нас не покинули, то Кипикс, пишите игровой ник. Кипикс. Бутылка имперки кричит, где ты? Кипикс.
Ну. Походу дело пахнет пиролом. Типикс! Ванёчек, спасибо тебе огромное. Братка, рад видеть тебя от души. Бо я же говорю, я даже не знал, куда ты так пропал резко. Думаю, еще теперь по-любому как бы увидимся, уже тебе попроще будет. Кипикс! Ребят, сейчас будет 6 минут на моих часах. Я просто это, кнопку P-Roll нажму. Подожди, Вань, секунду еще. Походу, Кипикс остался без бутылки имперки. К нему с военкомата. А чё сразу с военкомата, Лёх? Так, 6 минут. Ну, Кипик, сори. Сори. Боже! Вась, как ты это делаешь? Ёханый бабай, блин. Только сказал, блин, давно Вася Киселёв не выигрывал. Может и Васи тоже нет? Может Вася уже тоже ушел? Клипса 22 на медвежке. Вот и он. Но он походу, не знаю, что-то его не видно. Вася! Киселёв! Я уже его ник, блин, наизусть помню. Ни один призыв. Блин, да ну не серьезно это. Что за фигня? Блин. Давайте тогда минуту ровно новый этот соберем, потому что тут уже люди поуходили явно, блин. Давайте вот ровно, как говорится, посек, не могу. Давайте, я нажал заново, потому что эта фигня сейчас будет. Оксаночка, вам спасибо. Нажмите еще по плюсу, давайте быстренько буквально. Сейчас 8 минут на моих часах будет, и я это самое разыграю. Так, все, все успели, кто хотели. Погнали, 15 человек. Doom, русская рыбалка 4. Тоже не помню, чтобы этот ник выигрывал. Doom, русская рыбалка 4. Пишите ник, давайте, быстренько. Я вам вручаю. Doom. Васек, ты был рядом, ты видел? Doom, блин, ё-моё. Вот он, Doom, нижнее подчеркивание. Вижу. Вижу, бачу, чувствую, ощущаю. Сороковой левел, красавчик. Бутылочка имперочки. А, все, роднулькины, красотулькины. Я не знаю, как вас еще благодарить за вчерашний стрим, за сегодняшний стрим. Просто капец, я в шоке. Всего вам самого наилучшего. От души душевненько, я же еще раз говорю. Прежде всего, всем здоровечка. Вам и вашим близким. Увидимся завтра в это же время где-то. Всем всего самого наилучшего. Счастливенько. Пока. Спасибо за все.